Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Это очередное видео по инвест-проекту Elite Платформа ЛТД. Я уже буду по-русски говорить, тут то язык сломаешь. Значит, что, ребят, мне вывод пришел. Я сегодня ставила на вывод 9.30. И мне все поступило. Пришел вывод. Так, а здесь нету статьи. А вот статистика, смотрите, есть, смотри, вот мой кошелек, заявка выполнена. Переходим на почту, я вот еще даже не открывала, а мне уже прилично час назад пришло. И, пожалуйста, 9.21, комментарий: платформа ЕСИ Старт Тайм ЛТД, вот. Без вложений на бонусные $10 мне пришел вывод. Значит, моя вышестоящий спонсор, под которую я зарегистрировалась, тоже ставила денежку на вывод. Вот у нее 10.12. Посмотрите, тоже 16 апреля пришел вывод. Платформа ЕСИ Старт Тайм ЛТД. Как мы видим, проект платит. Ирочка, твой скриншот. Все супер. Проект платит. Ребят, значит, я перехожу... А, я в кабинете уже. Так, а то я уже тут запуталась. Ну что, нажимаю пополнить. Вывод производится с 19.00 до 24 часов. Так что будьте внимательны и не паникуйте. Значит, пополнить баланс. Так, выбираю платежную систему. Payeer USD. И ставлю сумму 15. Но надо нули ставить. Так, ну поставим 0.0. Так, нажимаю пополнить. Меня перебрасывает на платежную систему. Нет еще. Так. Так, так, так. Так, ага. Это мне показана сумма. Так. Понятно. Так. Четко платим. Так. После... Так, подождите, как тут пополнять? Счет к оплате, пополнить баланс. Вы что? Угу. Значит, после оплаты укажите ваш номер счета, с которого совершили платеж. В форме ниже и нажмите «Я совершил платеж». Ага, вот как здесь. Ясно. Так, подождите. Так, счет. Ну и куда мне тут нажимать? Я еще не совершила платеж. Я еще не совершила. Ага, вернуться. Вам выставить счет. Так, после оплаты укажите ваш номер счета. Так, ребят, подождите. Не запутаться бы. Так. Пополнить. Ну-ка, вернуться. Даже... Так. Мои депозиты, рефералы. Что-то я... Пятнадцать. Пополнить. Ну, и что мне пополнить? Куда нажимать? Значит, смотрите, как нужно пополнять. Пополнение это все вручную. Мы копируем вот этот кошелек. Вы на какую сумму хотите. Если будете пополнять, значит, копируем номер кошелька. Переходим
в свой кабинет и нажимаем «Перевести». Так, сумма. Вписываем. Это все вручную. 15. Так. Далее Payer и вставляем номер кошелька. Так. Далее возвращаемся и копируем описание в примечание. Вот это. Так, аккуратненько копируем. Видите, не полностью. Копируем. Копирую. Так, перехожу обратно в кошелек и нажимаю сюда комментарий. Вставить. Так. И нажимаю перевести. Так, перевод успешно выполнен. Далее, что я делаю? Так, я перевела. После оплаты укажите ваш номер счета. Так, английский язык. И ставлю свой номер кошелька. И нажимаю «Я совершил платеж». Не совершайте ошибок, смотрите. Ваша заявка принята, находится в обработке. Так. После выполнения вашего баланса выплата «Активировать депозит» на странице «Активировать депозит». Активировать депозит. Так. Смотрите, ставлю галочку. Смотрите, вот здесь первая, ну, смотря какая сумма. Вставляю сумму 15.00. Так. И нажимаю выполнить. Так. Выполнить. Сейчас посмотрим, что у меня. У вас недостаточно. Так, еще денежка не поступила. Ждем-с. Так, обождала я где-то минутку. И вот мой баланс пополнился. Вот. Значит, вот теперь уже нажимаю «Активировать депозит». Это у меня уже сумма стоит по умолчанию. Нажимаю галочку. Вот стандарт. И нажимаю «Выполнить». Все. Смотрите, депозит открыт. К списку депозитов. Нажимаем. Так. И, пожалуйста, вот это вот, ребят, смотрите. Мой бонусный в работе. А это вот на 4 дня уже мой лично вложенный. Вот. Не совершайте, смотрите, ошибок и будьте при пополнении, если вы, конечно, будете пополнять, ошибок делайте, как у меня все. На этом я буду заканчивать. Проект работает, проект платит. Всем удачи, до новых встреч. Буду мониторить, естественно, проект и завтра буду уже выводить процентики и делать видеообзор об этом. До новых встреч!